500 рестартов. Что пацаны играют. Бля, это надолго, слушай. Секунд 30, ну. Один с колян. Жесть. Ну-ка, я на телефоне смогу на свою трансляцию зайти, интересно. Можно было бы как-то прикрепить. Вообще бы отлично было. Так, ну на телефоне я почему-то, у меня есть звук, но нет картинки. И 5 просмотров, чё, 5 людей шли сюда. Блядь. Это долго будет, Диман. Да, 5 человек смотрит. Конкретно долго. А, вот картинка появилась. Ой, даже листать их не буду, там просто кто убил, на того картинка и переключается. Окей, напишу. Джж. Парень тащит. Да, скорее всего у меня, ты же говорил-то, что у меня шипит. Сори, ребят, микрофон. Да там, блядь, привыкните, чё вы, ребят. Кого говоришь? Покупай себе студийный микрофон. Да конечно, нахуй, я чё, мажор? Чтобы стримчики вот... Пацаны, это донатьте стримчики. Мне на студийный микрофон. Бля. Пацаны, давайте я вас верю, стреляйте, пожалуйста, пока не через друга. На нахуй. Как-то АВП скучно смотреть. Меня в ТС чуть-чуть. Сейчас, что, тебя плохо слышно? Слышно. Сейчас, секунду. Так, на 15 я прибавил. Сейчас отпишитесь, как его слышно. Ты, Сереж, что-нибудь скажи. Что-нибудь. Угу. На 15 ты там не это, не оглохнешься? Не, нормально. И еще, пожалуйста, скажите, как со звуком в Counter-Strike? Убавить, прибавить? Ну, заебись. Чётко. В натуре класс. 7-4 пока что. Угу, таблицу. Да. На чё следующий по сетке кто играет? Сейчас посмотрим. Так, контра пишет отлично. Ну всё, ок. Экстракт, Димас. То есть, ну, твоя Димас на 4 часа, да? Да, моя перенесена, там вот чувак же в кино пошёл. Биатлон, следующий на биатлон будет. Ну, просто верхний с верхней сетки. Биатлон. Мне кот пишет, нахуй ты играешь по Индию. Надеюсь, там мой не видно этот Steam чат. Не знаю, видно, наверное. Да это хуёво будет. Ты ему скажи, что ты теперь авакер, просто
код нахуй не нужен. О, 11.4. Все, это, короче, тестер, она сейчас пацан проигрывать начнет. Он в прыжке стрельнул. Во. Опа. Смотри, смотри. Пацаны с района. Я не понимаю, у пацана Азимов, как он проигрывает? О май гад был. Мне кажется, я с Азимом бы тащил вообще. Хотя мне ничего не поможет. Фазумчик. Давай на Колянчика переключим. У него Азимов как-никак. Саша, I love you. Почему у него авик называется Саша, I love you? Какой-то, что за Саша? Это одноклассник мой. Он что, твоего Сашу любит? Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прострельчиком. Так. Чё там? 14-5. И сейчас Колян такой камбэк на 16-14. Ну, такой чистый это, думает. Да хер вам фасткатка. Буду тащить. Еще и допы сделаю. Да ёп. Да ты же не... Поножовщина, поножовщина! А, не. Он убежал, ты чё? Брат, он же внизу. Брат, ты чё делаешь? Да. Вон он наверху прыгнул, алё. Они опять друг друга ищут. Поножовщина! Ножи. О, они... На, нахуй. Колянчик побеждает по ножовщину. Перо под ребро. Чё? Сейчас чё? Сейчас Колян умирает, смотри. Кот пишет, а мне можно типа на чем, чтоб всех уебал я? Он бы точно топ-1 занял. Давай его за место себя поставлю. А кот-то сейчас что, в этом? В ушкуте? Да. Да в ушкуте, по-моему. Поножовщина снова. Опа. Опа, обманный маневр. О, Колянчик делает. Кика, конечно, он обманывает пацанов. Сейчас сразу умирает, смотри, вот за такую херню. Его сейчас накажут сразу же. А нет, не накажут, ладно. Вон он был. Блять. Да вышел же, ну. Оп. Ну и ждал бы там дальше. Справа. Ох, 16-7, ГГМ. Заваливайтесь, заваливайтесь. Ты-ты-ры-ты-тут. Night level. Надо сказать, чтобы он на сироке оставался. Картинка, сетка не будет обновляться, ну и хер с ней. Здорово, чё ты смотришь, палец стримчик? Топовый? Сука, да? Кашка, а, надо остановить.